Итак, друзья, наконец-то у меня дошли руки до центральной вот этой вот решеточки воздуховода. Помните, я в тот раз ее когда снимал, то она была вся обломана и уже, ну, короче, полный шрон был, полное говно было, поломанное, вся выломанная. Вот, сейчас я прикупил новую решетку. Ну, как новую, бэушную решетку. Вот здесь у нее тоже стоит маркировочка 2001 год. Вот маленький есть дефект вот здесь, вот видно, да, вот по никелю. Но вот все равно я вот удивляюсь. Вот сейчас я ее ничего не мыл, не протирал, не вытирал. Вот как она есть. При мне ее вытащили из торпедо. Вот. Такая же торпеда была снятая. И ее при мне снимали из торпеда. И вот что интересно. Вот видите, ни пыли, ни грязи, ни мусоринки, ничего. Абсолютно чистые вот решеточки все вот. Как вот новая. Я вот удивляюсь, как, ну, просто до меня не доходит. Неужели так чисто у вас там в Европе, что 2001 год. Вот эта вот деталька. И вот ни пылинки, ни соринки. Что у вас такой? Там климат такой или воздух такой. Вот здесь вот, если посмотреть, вот там. Там у меня труба, видите? Килограмм осевшей пыли. Многолетней. Здесь же, вон, смотрите, воздуховоды все чистые. Не знаю, чем они их так обрабатывают. Напишите комментарий, чем вы там их обрабатываете так, все, что у вас все в таком сохране. В общем-то, так, ладно, об чистоте поговорил, теперь будем устанавливать эту решетку. Чтобы поставить эту решетку, надо сейчас снять вот эти вот две форточки. Одну форточку, вторую форточку снять и... Там откроются два крепления. Под шуруп здесь и здесь. В общем-то, снимаются они элементарно. Интересно, я просто поражаюсь. Ну как так? В таком сохране. Вот. Вот здесь вот всегда килограмм пыли въедается, оседает. И ее просто так потом отсюда... Но не вымыть. Вот смотрите, все шторки чистенькие. Как только вот только с магазина. Блин, удивительно. Так, ну что, значит, вот одно крепление закручивается шурупом. И здесь одно крепление закручивается шурупом. Два крепления. И сама решетка потом на вот этих вот, где? На вот этих вот защелочках садится и крепится за верх торпеды. И здесь есть вот такой вот шток, который отвечает тоже за открытие заслонки. А вставляется он вот сюда вот, вот в эту часть. Так, чтобы штоп попал в серединку сюда. Вот. И здесь на защелочке он щелкнул, слышали, да? Сейчас нужно закрутить винты вот таким ключиком. Вот они. Готово. Так, ну и проверим, как работает шток. Вот по звуку можно слышать, как срабатывает шторочка.
Ну и вот так же через форточку можно вот отсюда увидеть, как шток ходит. Значит, шток верно зацепился, и он срабатывает, работает. А теперь можно решеточки вот эти вот воткнуть. Втыкаются они элементарно. Вот паз, вот пазы для вот поводка. Вот здесь. Вот здесь паз, вот он, видите, направляющий. И здесь вот направляющий. В свою очередь, вот. Вот. В свою очередь, вот один прилив для направляющего. И вот второй прилив центральный. Отлично, теперь ставим вот еще одну вот эту вот панелечку. И на этом все. На панельке есть вот такие вот защелки. Так, все, панелечка защелкнулась. И теперь сидит все на своем месте. Вот, в общем-то, теперь натюрморт весь в сборе. Картинка целиком. Целая архитектура получилось. И довольно все приятный внешний вид имеет. Ну, отлично. Один там тоже вот есть облезший никель. И здесь тоже. Так, стоило мне эта вот решетка 5000 тенге, за 5000 тенге я ее купил. В общем, цена ее 8-10 тысяч ее торгуют. Вот. Немножечко поторговался, скинули немножечко цену мне, и я ее забрал за 5000. На этом все, пацаны. Всем пока, до новых видеороликов.